Девушка ждет, когда вернется с войны ее солдат. Ждет она, ждет, да соберется с сестрой медсанбат. Поезд ее учит на фронт, надо солдата найти. Точно знает она, что с поездом ей по пути. Молодая и очень красивая, да как жаль, что идет война. Дорогая и любимая, ах, какая будет жена. А пока она медсестра, бинты да спит с улыбкой. Да просто ей очень надо, чтобы вернулся солдат. Да встретились они, радуясь победе. Он говорит ей: погляди на Красной площади Москвы, цветы рисую. На Красной площади Москвы цветы рисую в небе. Мы будем бороться за мир во всем мире, друг друга беречь в наших мечтах. И праздник победы 9 мая останется в памяти в наших сердцах.